Красноярские туристы почти сутки не могли вернуться домой из Вьетнама. Об этом люди написали в социальных сетях. По их словам, вылететь из города Камрань в Красноярск они должны были еще вчера в 23:50. Но их рейс сначала задержали, якобы из-за того, что самолет из Красноярска прибыл с опозданием. Затем время поменялось из-за погодных условий. А позже рейсы вовсе отменили, ссылаясь на техническую неисправность. Спустя 5 часов, выдав багаж и отменив отметку о выезде из страны, всех туристов развезли по отелям. Лететь домой красноярцы должны были авиакомпании «Пегас Флай». Там сообщили, что рейс были вынуждены отменить из-за неисправности одного из агрегатов воздушного судна, которую нашли при плановом осмотре самолета по прилету во Вьетнам. Да, мы привлекли авиакомпанию-партнер для выполнения данного рейса на идентичном воздушном судне, то есть тоже Boeing 767-300. На данный момент пассажиры регистрацию прошли, экипаж готовит воздушное судно к вылету. Как только экипаж даст готовность, то пассажиров начнут в самолет непосредственно сажать, и дальше будет вылет. Я думаю, в течение минут 40 все это должно пройти. И как нам стало известно к этой минуте, самолет с российскими туристами до сих пор не вылетел из вьетнамского аэропорта Камрань, и мы продолжаем следить за ситуацией.